Мы жили в Витебске. Мама работала на швейной фабрике. Папа тоже работал на... Ну, там была у нас такая фабрика. А потом папу забрали еще на финскую войну. И я его, конечно, я помню только, когда буквально на 3 дня он с этой войны на вторую, как он приехал, забрал нас, меня, значит, я во дворе сидела там. А так я, конечно, не помню. Когда мы уезжали, мама схватила патефон, представляете, в котором внутри были вареные яйца и сахар. Ну, туда запихнула, и ничего. Но он меня выручал, я спала на нем в вагонах. Поезд уже отходил, не пускали. А потом, значит, каким-то образом, в общем, старшая сестра вскочила, и мама меня туда вбросила и тоже вскочила в этот поезд, когда уже эвакуировались. Мама с 2 дочками в товарных вагонах ехали в течение нескольких месяцев. Ни в одной из деревень, мимо которых проезжал поезд, не готовы были принять новые семьи. И только в далекой Перми они смогли найти себе новое пристанище. Мама там работала в садике. Ну, садик – это ясли от детей и старше. А старшая сестра помогала ей. Выстроит, по деревне ведет их там, в общем, все. И ей тоже трудодни давали за это дело. Вот. А потом мама ушла, значит, на... Там был продавец, его забрали в армию, и она работала в этом магазине уже. Вязала очень много, но там шали, там другое все. И все, конечно, вначале это было только на продукты, на картошку, там, в общем, вот так. Витебск был разрушен страшно. Я же говорю, что с вокзала, это через весь город просматривался этот стадион. Закончила пединститут, работала сначала по направлению в деревне 3 года, а потом уже работала в самом Витебске, в школе, и отработала в этой школе я 32 года. Никуда не уходя. С детства Роза чувствовала смущение по отношению к ней, как к еврейке. Школьные неприятности, разговоры за спиной в институте и недопонимание на работе. Отправив дочку в Израиль по учебной программе, уже через 2 года Роза сама переехала в Израиль. И я, значит, приехала сюда 1 мая 96 года. Когда я приехала, она в первую очередь, конечно, пошли в старый город, в стене плача.